Всем привет, с вами Светлана. Наступил новый 2022 год, год тигра, и это мое первое видео. Приглашаю всех посмотреть сегодня мои цветочки на кухне. Конечно же, со временем что-то меняется. Каждый день я свои цветочки перетасовываю, все время передвигаю, переставляю, пересаживаю, переваливаю. Работа у меня не заканчивается. Сегодня покажу, как в январе выглядят мои цветочки. Вот здесь вот стоят папоротнички. Очень хорошо себя чувствуют, растут. Вот такие вот зелененькие. Большинство из них я перевела на фитильный полив. Я думаю, что многие знают сейчас, что это такое. Если нет, то на моем канале есть видео о фитильном поливе. Например, там фиалочек, стрептокарпусов. Я поняла, что папоротники тоже любят фитильный полив, поэтому лучше всего, чтобы они росли и у них была всегда водичка. Кухня у меня небольшая, 6 квадратных метров. Сейчас вот я включила одну лампу. Вот так вот светит. Вот здесь вот поместила другую лампу, которую... Иногда, когда очень темно, включаю вот так вот, подсвечивает нижние мои вот эти цветочки. Сейчас я ее выключу пока. И некоторые цветы стоят у меня на холодильнике, тоже папоротники, молочай, миля. Нормально себя чувствуют. Кстати, вот я уже увидела, что один цветочек... Увы, ненормально себя чувствует. Это у меня толстянка. Crassula monantes. Что-то ей не нравится. Не могу я ее оживить, как говорится. Стала она у меня пропадать. Я с ней ношусь из одной комнаты в другую, из одного места в третье. Во второе и никак. Значит, сейчас я поднимусь повыше и покажу вам вот этот вот ряд. Значит, здесь у меня, как я говорила, уже папоротнички вот так вот растут. И в верхнем ряду в основном расположены тротисканции ближе к лампе. Совсем недавно я вот их обрезала. Вот можно посмотреть такие вот торчащие вот стебли, и посадила снова в новые горшочки, как бы омолодила их. Поэтому сейчас вот они у меня в таком состоянии. Это коллизия конгеста. Классно она себя чувствует. Очень красивая расцветка. У нее я недавно показывала небольшое видео у меня в Фейсбуке про эту коллизию. Здесь у меня тоже обрезанная, пересаженная традисканция. И вот такая вот коллизия мельников. Вот сейчас она вот такой вот окраски. Не очень яркая как бы, но старается, растет под лампой. Дальше здесь у меня горшочек с бусинками. С бусинками крестовники несколько видов. Вот такие капельки удлиненные и такие вот горошинки здесь. Растут они. Дальше. Вот там вот под самой лампой расположена коллизия бьянка. Вот такое, такая она сейчас, не очень яркая. Хотя, смотрите, вот она прямо-прямо под лампой. Вот. Выше всех расположена. Еще у меня есть одна коллизия. Сейчас я сниму. Вот тоже здесь вот. Нет, тут две коллизии. Тоже под самой лампой. Третий горшочек с коллизиями у меня вот там дальше. Вот. Все они расположены ближе к окошку. Сейчас вот сняла коллизию конгеста. Покажу вам, какая же она все-таки красивая. Вот.
такой вот кустик растет и радуется. На улице холодно, морозы, солнца не хватает, а ей, видимо, этого хватает. Дальше. Здесь у меня на холодильничке стоит папоротник тигр. Тигр страйп. Вот ее. Вот такие вот должны быть у нее вайки настоящие. Здесь идут пока мелкие. Некоторые подсыхают, некоторые растут, и она находится вот на фитильном поливе. Этот папоротник вот на фитильном поливе. Водичка уже закончилась, надо долить еще один папоротник. Там с патифилом «Женское счастье» и «Молочай Миля». Мой спасеныш когда-то, даже не спасеныш, валялись на улице две веточки, принесла домой. И вот такой вот у меня уже куст. А здесь подсажена традисканция. Вот, триколор, по-моему, растет себе потихонечку. На верхних ярусах сейчас сниму некоторые горшочки, чтобы добраться можно было. На верхних ярусах моих полочек для овощей тут растут фикусы, фикус помила, потом филодендроны, это биркин. Биркин у меня здесь растет в, сейчас покажу, вот в амхе, полностью в амхе. Такие же заросли, не добраться, ничего не добраться. Вот видно мох. Дальше сингониум. Тот, который вот листики у него снизу красные. Вот такой интересный. Сверху зеленые, а снизу красные. Потом традисканция нанук потянулась, потянулась вверх. Там каланхоя варигатная. Вот здесь растут филодендроны. Не знаю, как этот, как его называют, этот филодендрон. То ли маска, то ли Флорида, которые потеряли варигатность. Ну, пока что вот растут новенькие листики, скоро будут разворачиваться. Возможно, что-то и станет варигатным. Так как, например, вот эта кобра. Кобра с желтой варигатностью. Несколько у меня таких растений. Они есть у меня сейчас в продаже, но пока что высылать нельзя, потому что холодно. Но с весны или при потеплении это возможно. Поэтому, кто хочет пополнить свои коллекции, приглашаю вас в мою группу в Вайбере. Для этого надо зайти ко мне в Facebook, ссылка в описании под видео, и поставить там в публикации, в самой верхней моей публикации плюсик. Я вам дам ссылочку, где можно будет смотреть все мои продаваемые излишки и приобретать. Так, сниму я, наверное, и этот. Вот, традисканция красавица. Немножко листики подсыхают. Это сейчас проблема почти у каждого. Сейчас я ее сниму, чтобы больше подобраться к нижним рядам. Выглядит сверху нижний ряд. Здесь вот на треугольной полочке у меня подрастают плектрантусы трех разных видов. Такой вот, я еще не знаю его точно название. Титимолоидный, ну титимолоидный у меня вот он стоит. Вот такой красивый куст. А это, возможно, немножко другой, мелкий. А возможно, он даже точно не могу сказать. И так, также вот такой вот зелено-желтый
И дальше там у меня... Дальше за ним еще один вид. В общем, здесь примостилась кисличка, которую я недавно вот так вот дала ей опорку. Несколько опор, потому что она начала отпадать, тянуться к солнышку. Здесь пеперомия риндроп. Такая красавица, полученная мною из листа обычной зеленой пеперомии, купленной в эпицентре. Сейчас растет такая красавица. Дальше. Такая вот традисканция цианотис. Очень мне нравится. Вот она стоит в стаканчике. И вниз, вниз вот так вот начала расти. Уже надо будет ее обрезать. Надо ей что-то делать. Подсаживать в общий горшочек несколько черенков. Потому что она уже не знает, куда ей дальше расти. Это коллизия. Несколько горшочков пантера, пинг пантера. Там у меня растут пеперомии. Серебристые детки. И тут тоже внизу очень много пеперомий. Здесь традисканция, которая цветет постоянно. Вот январь. Она у меня цветет. Это тинантия. Тинантия обычная, такая зеленая в крапушку. И рядом растет вот тинантия варигатная, полосочку такую желтую. Ктенанта люберса, недавно мною пересаженная. Пару листиков она засушила. Не знаю, что ей надо, но пока что растет. И резина красная. Тоже переваливала. Горшок у нее стал стаканчик маленький. Я перевалила побольше стаканчик. Здесь у меня растут все мои приобретенные последние посылки фикусы. Ну вот один из них могу сейчас показать. Вот такой вот. Так. Красивенький. Вот буду скоро их переваливать. Вот и смотрю, как будут корешки уже хорошо оплетут земляной ком. Так и перевалю. Филодендрон Бурли Макс, который не варигатный. Ну, я его такими купила. И этот тоже таким купила, не варигатным. Они все у меня будут. Все я экспериментирую над ними. Добиваюсь варигатности. Это филодендрон, всем известный, Бразилия двуколор. Здесь у меня где-то запрятался филодендрон принцесса. Вот ее листик. Вот такой вот листик. С розовеньким. Ну и полочки, где растут разные пеперомии. Очень тут их много. Арбузиков, рейндропы там вот. Головатая пеперомия. Вот какой у нее листочек красивый. Вроде бы обычная пеперомия, но она тоже красавица. Вот здесь вот традисканция, один из моих сортов. А в уголочку растет гибискус купера. Такие у нее листочки. Патифилум. Недавно развернул вот листик новый. Это последний его листик. Из самых новых. Такой аж блестит. Ну и перенесла сюда один из своих
эпипремнумов. SP variegated эпипремнум. У него такие листочки, они светло-зеленые и темно. И на ней темные такие вот, проявляются цвета. Тоже интересный такой. На этом буду заканчивать свое видео. Показываю еще температуру. 68 влажность у меня сейчас. Цветочкам это нравится. Растем. Скоро будем черенковаться и пересаживаться. В феврале и в конце января очень много работы. Буду по мере возможности показывать, что и как я делаю. Хотя работы будет в проворот. Если снимать видео каждый день, то это будет очень много видео на канале. Я не буду успевать работать, только редактировать свои видео. Но буду стараться показывать все-таки то, чем я занимаюсь, буду показывать в большем объеме. Сейчас пока. Всем хорошего настроения и до новых встреч на моем канале.